Всем привет! Ни для кого не секрет, что YouTube начинает потихоньку ущемлять наши права. То им нельзя писюн показывать, то им нельзя про Путина говорить, то им нельзя про геев шутить, то им нельзя выкладывать на YouTube переводы англоязычных песен. Именно по этой причине я ничего давно не выкладываю, потому что YouTube мне не разрешает. Я его выкладываю, они его сразу блокируют. Я нашел альтернативу. Есть такой интересный сервис, тоже видеохостинг. YouTube ущемляет наши права, потому что он знает, что нам некуда идти. Это единственная здоровая платформа, где можно выкладывать видео и при этом еще зарабатывать. Но я на своем канале не зарабатываю ни копейки, так что мне терять нечего. Я могу спокойно уйти на нормальную площадку, которая этой херней не страдает. То есть абсолютно настоящая свобода слову. Что хочешь, то и говори. Что хочешь, то и показывай. Никаких ограничений. Вот вы видите этот прекрасный сервер. Сейчас я буду сидеть на нем и все переводы песен Эминема, Тупака, там, ну, в общем, англоязычных, я буду выкладывать теперь на этом видеохостинге, потому что здесь меня никто не ущемляет. Ссылочку на свой канал я оставлю в описании, переходите, подписывайтесь, теперь все видео будут там.